посмотрим, что там есть в магазине, какие продукты, какие цены, что-нибудь купим себе на вечер. Магазин находится на другой стороне деревни. Надо пройти буквально 100 метров, наверное, по центральной улице. Ну что, мы идем? Нет? Женщины. Так, машина едет. Вот он, местный магазин. Местный студина. Да. Надо мясо и сыра, да, сыра, мясо. Курица он есть, какая хочешь, а мы дураки покупали, блядь. Сыры. Сколько килограмм стоит? What price? 4. Давайте, резать не будем, сами нарежем. Давайте кусок. Да. Так, не надо, слишком долго. Спасибо. Пошли мы с магазина, короче, купили сыра. Мяса с косточками нету, так что картофель не с чем делать. Купили сыра дешевого и купили самого дорогого попробовать. Итак, мы купили в магазине сыр. Ой, самый дешевый сыр. 25 кун килограмм. Вот такой сыр местный. Потом купили самый дорогой сыр. Он стоит 127. 128 кун килограмм. Вот такую рыбу мы поймали. Да, сегодня папа сегодня наловил на маме ужин. Йогурт купили. Еще один йогурт. Купили масло. Еще одно масло. Так. Купили какие-то микробананы, которые стоят 2 евро за килограмм. Да вообще бананы. Дрожжи. И все. Это все, что мы купили. Цены в Хорватии. Ого. В туристических местах. Да я сразу говорю, если сравнить с польскими, можно смело умножать на 2. То есть, если, например, чипсы в Польше стоят евро, здесь 2. Чипсы. Ну, это, грубо говоря, вот так. Это детей ориентир. Да, это дети то, что покупают. Вот так, если бананы стоят евро, то здесь 2 евро. Вот единственное, что сыр есть дешевый. Можно сыр есть и есть, есть и вино дешевое. Можно пить и пить, пить и пить. Да, ну все, ладно, буду есть. Андрей, ну что ты, блин, причиняешь, что он, не, что он пахнет? Лена, блин. Дай понюхать. Сыр стоит. А я при чем? Ты же выбирал, дай понюхать. Почти, блядь. 7 евро, 5 евро. Килограмм, хочу сказать, это стоит. Дай понюхать. Не дам. Дай понюхать еще. 130 кун килограмм, блядь. Хрена себе. Держи крепко. Точно все не пахнет. Чем? Письками немытыми. Не знаю. Чьими? Нет, не письками. Мужскими? Ну хватит есть, глянь, наслаждайся письками немытыми. Нравится. Недельная писька немытая. О, Андрей, не забудь выставить это. Мужик идет, смотрит. Ну, Андрей, дай мне сыра, бля. Письку уронил, бля. Смотри, не кончит. Ну, я вечером. О, Андрей, оно подвалом пахнет. Значит, подвальный писька. Лена. Андрей, не ты должен был поесть, а я. Чем вонючий сыр? Знаете, как изобрели сыр с плесенью? Да, знаю. Его забыли просто. Он стал таким вкусным и популярным. Мне просто по слуху больше жрать нечего было, он его съел. Ему понравилось. С пенициллинчиком-то.
хватит снимать там уже. Фигню всякую. Колон. Трапист. Это сколько получается? 130 секунд, килограмм. Сколько наши? Наш 20, да, 20 евро, нет, килограмм? Меньше. Евро 16-17. 17 евро килограмм. Ну а 25-34 это сколько получилось? А у нас есть такие эти сыры драки? У нас нет, нету, но у нас такого все равно нету. На что ты делишь? На 744, угу. Как мы меняли, но. 3,40 получается. Ну 3,40 этот кусочек. Tell me that you